Вы смотрите отзыв об отеле Rainbow. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Суд44, который был в нем в 2016 году. Rainbow – рай для курильщиков или как нас накрыло радугой родоской. Личное лирическое отступление, которое можно было бы и пропустить. Дело это было в начале июня. Ни о какой такой радуге мы и мечтать не смели. Это она сама ворвалась в нашу жизнь. Сродни стихийному бедствию и нагло смело все, годами сложившиеся стереотипы. Вернувшись в апреле с Родоса, мы стали кроить планы на осень. Сожалели и каялись, что не прислушались к мудрым советам и не доехали тогда до старого города. Но ничего, наверстаем упущенное в октябре, остановимся в Миссис Грант и будем с комфортом осматривать Олд Таун. Сидим как то на работе, спорим, какими яствами ужинать сегодня будем. И тут разрывается телефонный звонок, ой. А это наш турагент решил вести нас в искушение. Кому-то из земляков не успели оформить визу и так родился отказной тур минус 18500. На недельку, на ОО, в отель в пределах городской черты, правда для полного счастья у него не хватало еще трех метсисовских звезд. Пока я размышляла по случаю возможного жизненного переворота, муж тем временем уже мчался в турагентство, напутствуя меня философскими изречениями. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. В переводе на человеческий язык это означало, это и есть сигнал к действиям, видимо настала пора покинуть свое насиженное кресло. И бежать домой собирать чемодан, мы завтра снова летим на Родос. Перелет и трансфер, которые тоже можно не читать. По пути из Костромы до аэропорта, дорогу нам перебежал Сахата и лишь мастерство водителя позволило избежать рокового столкновения. Лось, как и я, отделался легким испугом, а муж шишкой на лбу. И далее не стряслось ничего необычного, но все точь-в-точь, как и в апреле. Те же самые Шереметьево, Royal Flight, только вылет дневной с задержкой на час, в 14, и вместо Санмара – однояйцевый Coral Travel. Впрочем, некоторые из нас повели себя слегка недостойно, и вместо ознакомления с неведомым отелем, в который нас заносила судьба, предпочли познакомиться с ассортиментом Duty Free, якобы под предлогом борьбы с аэрофобией. Результатом такого мониторинга стал младенческий сон на протяжении всего полета, и даже дары стюардесс не помогли изменить общую картину, отчего Родос встретил хоть и без апрельских цветов, но как-то по-теплому, по-родному что ли. Улыбаясь, подумала, ах, мы вернулись к тебе как и обещали, потому что не могли не вернуться. Трансфер в наших представлениях должен был занять не больше получаса, но на деле выплеснулся в мини-экскурсию по северной части острова. Петляли и плутали по отелям Ялисоса, Икси, Г, Родоса. В автобусном воздухе замаячила серьезная перспектива пропустить отельный ужин, который был бы весьма кстати. И о чудо! Наконец показалось восточное побережье, но в какие дебри мчит нас автобус? Неужели так далеко от старого города? Поплутав по кривым улочкам, наш автобус остановился на одном из перекрестков, все приехали. Но где же блистает всеми цветами? Радуги наш славный Рейнбоу. Кругом только жилые дома. Вот и славно, чемодан в зубы, гид в помощи вперед по узкой улочке, по которой автобус проехать не способен. Ожидание и реальность. А также как театр начинается с вешалки, так и отель с лобби и ресепшена. А дальше все было как в сказке, и чем дальше, тем интереснее и страшнее. Но мы договорились между собой, не пасовать перед трудностям, не придираться к недостаткам и главное, оценивать отель, сугубо по его звездности, увы, но частенько не получалось, и не питать излишних иллюзий. Из той информации, которую успел усвоить мой поклонник Duty Free, следовало, что отель ветшает на глазах, и экономит буквально на всем, подвесные потолки провисли и вот-вот рухнут, задымленные люстры вкручены чересчур выпирающие энергосберегающие лампы. А на ресепшене нас поджидает встреча с дамой бальзаковского возраста, извергающей то кольца, то клуба дыма. Суровая реальность полностью материализовалась при входе отель. Лобби небольшой и даже уютный, если не поднимать голову. Несколько столиков с главным атрибутом – пепельницей. Бесплатный Wi-Fi чудесно летает, и в этом отношении Rainbow даст фору Emitsis Meres. Еще из остатков былой роскоши телевизор огроменного диаметра. У этого телевизора и любит впадать в ступор лохматый хозяин отеля, пропустив бесчисленное количество УЗО. Вообще этот хозяин – довольно колоритный персонаж, постоянно курсирующий между нирваной и реальностью. Похож он на нестареющего душой хиппи. Все его передвижения по отелю ограничиваются 5 метрами. Воскрес, посидел минут 5 за стойкой на ресепшене, разглядывая монитор и сразу прямым путем в бар за литровку УЗО. Ускорить эти телодвижения способен лишь тревожный телефонный звонок, наверное, от кредиторов. Тогда трубка бросается на стол и шаги учащаются. Дымящая дама – родственница. По большому счету есть полноценная хозяйка отеля, поскольку в ее ведении находятся все хозяйственные вопросы отеля и расселения. По прибытии в отель все демократично, никаких анкет заполнять не надо. На вас надевают колючий браслет без опознавательных знаков и предлагают ознакомиться с незатейливой концепцией отеля, висящей на одиноком листочке на стене. Номерной фонд или ужас, переросший в комфорт.
отель был наполовину пуст или наполовину полон, это уж кому как нравится. Но как же надо было обкуриться, чтобы при наличии такого количества свободных номеров, дать нам ключи от такого номера? Едва переступив порог, мы унюхали бьющий в нос убийственный дурман, словно в стену кого-то заживо замуровали. Какой же там был букет из затхлого ковролина вперемешку с нафталиновыми нотками. Вероятно, в этом номере давно не было постояльцев, но это были только цветочки. Отворив балкон, мы в полной мере насладились какофонией, рычащих под окнами скутеров и мотоциклов. И чем меньше было подобное создание, тем больше от него исходило треска и жужжание. Ну, простительно еще, если бы это была оживленная трасса, а то узенькая, никчемная улочка, но по которой каждый уважающий себя автолюбитель был рад проехать. А ночью это вообще стало делом чести. Прочь усталость. Сон отбило напрочь, и в голове лишь летала одна заветная мысль. Куда же все они едут, и когда же это закончится? Неизгладимое впечатление произвела и так называемая ванная комната, мудреная дверь в форме гармошки. Зайдешь и фиг выйдешь, деревянная сидушка на унитазе и узенький подончик для принятия душа, если, конечно, изловчиться плотно прижаться к стене. Данные шумные номера расположены в правом крыле отеля, хотя и номера, смотрящие на бассейн, тоже не избалованы тишиной, поскольку отель расположен на пересечении двух путей, дорог. Вспомнив про данное друг другу обещание, мы решили и не делать из номера трагедии, но помощь пришла сама собой, и откуда ее не ждали. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.